Всем привет! Вы снова на моем канале. Сегодня хочу показать вам обзор носочков. Связала носочки с добавлением ниточки ирис. Вот ниточку ирис я добавляю в пяточку. Вот добавила ее в пяточку. Провязала резиночкой 48 петель. Вязала вот такими спицами носочными на 4 спицах. Провязала белую полосочку, потом серую полосочку, потом белую полосочку и серую полосочку. Пяточку я сформировала на 2 спицах, добавила ниточку ирис. Вот такая пяточка. И вот у меня второй носочек. Тоже провязала резиночку 2 на 2, 48 петель, пяточку и провязываю дальше до мыска. Вязание у меня идет на 4 спицах, вот такое вот вязание. На 4 спицах, на каждой спице по 12 петель. Провязываю я 5 спицы и буду вязать до мысочка. Мысочек я буду закрывать на 4. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч в новом видео.